которое продемонстрирует Маша Артемьева, ученица Евгения Рукавицына. Итак, Мария Артемьева, Санкт-Петербург. 21 год, 8 место и... Заявлено очень и очень неплохо. Осталось все это выполнить. Студентка факультета психологии. Ну, надеюсь, что это помогает ей справляться с различными ситуациями, которые возникают на соревнованиях. Итак, покатили. Баллада Шопена. Вообще Шопен изумительно всегда смотрится на льду. Еще бьет выразить его. Ух, жалко не удержалась, а? Высота видели какая? В первой фазе, конечно, блестящий прыжок. Стоять. Молодец. Просто тройной флип. Тройной тулуп с двойным тулупом через троечку. Троечка — это вот, когда она развернулась, такой троечный шаг. То есть не с чистого выезда сделала тулуп второй. При более чистом прокате, конечно, впечатление могло быть еще сильнее, еще
многообразнее. Прекрасно, Шопен. Такое взрослое уже, наполненное пониманием и личными переживаниями, и каким-то совершенно, ну, другим уровнем, да, осознания темы катания. Но все-таки Маша как-никак 21, и на фоне того количества вундеркиндов, которые у нас сейчас выстреливают каждый год, 16, 15, 16, 17.